Итак, ребята, если вы все прослушали, теперь давайте вместе послушаем, еще раз повторим и сделаем matching, то есть соединим с картинками данные слова. Doctor, pilot, firefighter, chef, police officer, baker, postman, vet. Так, наше следующее упражнение, это будет упражнение 18. Listen and choose. Нам нужно здесь прослушать и выбрать. Слушаем. One. What's Miss Hill's job? Betty, what's your job? Are you a teacher or a doctor? I'm a vet. I help sick animals. A vet? That's very nice. Итак, из первого диалога нам ясно, да? У нее спрашивают, ты учитель или ты врач? Она говорит, я ветеринар. Two. What's Mr. Green's job? Bill, what's your job? Are you a greengrocer or a chef? I'm a firefighter. I fight fires. A firefighter? I want to be a firefighter too. Из второго диалога мы слышим то, что у него спрашивает, какая работа у тебя, какая профессия. И он говорит, что ты, говорит, повар или ты продавец в овощной лавке. Он отвечает, что он пожарный. Теперь нас проверит компьютер. Все верно.